Что получается? Ниже резьбы примерно миллиметров на 5 масла. Получается вот так вот где-то в картере сейчас. Вот. Купили вот вторую такую уже бутылочку. Первый раз при замене, первый раз после 5 часов работы. Сейчас вот второй раз буду заливать его. Вот. Вчера, короче, купил покрышку себе новую, поставил на прицеп. Той хана, сейчас покажу вам. Масло долью. Так, сколько у нас тут маслица? Вот сколько получается. Сейчас попробуем засунуть туда щуп, друзья, и посмотреть. Сейчас вытерем щуп. Вот. Засовываем. Вот так, хоп. Видите? В половину. Так, ну можно еще долить. Можно еще туда линуть. Блин, неудобно. Льется, друзья, это. Шприц надо. Шприцом заливать. Будет вообще удобно. На верхнюю горловинку льешь. Аккуратненько. И она по верхней резьбе туда заходит. Ой. Маленько налил, конечно, масло. Ну, все, друзья, хватит. Короче, залил я туда примерно, ну, грамм 50, наверное. Вот. Сейчас протерем все подтеки масляные. Туда натекло. Как-то так вот, друзья. Так. Сейчас заодно проверю в коробке масло. Ну, в коробке вот масло сколько. Вот. До второй риски достает масло почти. Вот. Сюда не будем доливать. Закручиваем хорошо. Ну что, друзья, вот новое колесико стоит. Не знаю, насколько хватит. По идее, тут написано, его качать нужно было на... Короче... Так, сейчас скажу, сколько. Короче, 3,5 очка, друзья, его качать надо было, но мы накачали 2,5. И вот, друзья, если у вас уже в покрышке вот так вот нитки начинают просматриваться, то бейте тревогу, короче. Вот, сразу же бейте тревогу, так как вы видите, у меня вот уже вылезло прямо много. Оно надутое было, все, домой приехал, дров много привез, разгрузил, все надутое. Утром выхожу, короче, смотрю, здесь вот такая вот хрень, короче, прикиньте. Все, короче, колесо сдутое. Сдутое колесо. Самое главное, что я приехал. И смотрите, что с камерой. Как она могла на пустой телеге взорваться вот так? Я просто не понимаю, друзья. Как? Видите, как? Я не понимаю, как так произошло. Оно не стреляло, ничего. Вот что с ней стало? Друзья, это вообще я в шоке. Короче, покрышка стоит 1410. Вот такие вот дела. В запасе всегда имейте с собой. Если на дальняк едете. Я как по 10 километров, по 15 ездил, так туда-обратно 30-ка. Ну что, ребят, сегодня у нас получается 14 октября. Вот сегодня вот такое вот бревно распилил. Вот, вон там он, лежит она, макушка. Короче, 8 бревешек по 1,47 м. Вот считайте. Почти 15 метров.
Сейчас повезу, короче, долготьем. Там вон еще есть осинки лежат. Не знаю, блядь, мне страшно с этим колесом вонючим ездить, блин. Вообще, надо джиги ставить. Сейчас вон мотоблок стоит. Нагрузил сухостоя. Ну как сухостоя? Она лежала. Лежала она у нас. О, видите? От трассы недалеко. Вообще рядом. Вот видите, нагружено тут добро. Кто знает прицеп Форза, вот сиденье, чуть выше сиденья, 8 вот таких сутуночков. Вот. Ну как-то так повезу, вот это колесико так вот новенькое у нас. Вот это вот маленечко слабоватенькое чуть-чуть. 2,5 очка надуто, но ничего, поди. И вот, друзья, что я заметил, у меня вот масло еще. Вот, наверное, уже 4-й раз езжу и гонит вот отсюда масло, я долил. Выгоняет через вот эту вот дырочку. Вот. Кто знает почему и как долго оно будет. Пока до уровня не выгонит его или что. Ладно, все, друзья, поехал я, короче. Время у нас, сейчас скажу. Время 14:32. Может, еще разок успею, если все нормально. Если ничего не сломается, блин, колесо, если в хана не придет, то еще съезжу разок. Че, друзья, чешем по трассе. Вертолеты летают. Ездят. И мы едем. Колеса у нас вот так. Короче, как-то вот так. Мы едем, едем, едем. Далекие края. Ставим лайки, подписываемся на канал. Мотоблок Карго. МТ-700. Друзья, вот я и нагрузил 2-й прицеп, приехал. Короче, хотел еще одну спилить. Лисину. Ну как лисину? Валежину. Но у нее, блин, короче, толстый камель был. И я, короче, его пилил, и у меня цепь свалилась. Ну, короче, так как я кузов все нагрузил, не буду сегодня ее пилить. Может, ее кто украдет завтра. Может, я еще сломаюсь, не доеду. И она останется просто так кому-нибудь. Вот. Завтра тогда, если все нормально, приеду, цепь одену дома. Распилю. Короче, примерно кубометр там будет. Хорошая толстая осина. Давайте ставим лайк, подписываемся на канал. Продолжаем смотреть серию из цикла «Мотоблок Карвер». Эксплуатация. В плейлисте это будет уже 6-е видео. Все, давайте такой лайк ставьте. Всем спасибо, кто посмотрит. Особенно Елена из Израиля. Ты меня вообще удивляешь. Ты смотришь каждый день видосы, у меня вообще статистика растет.